Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Эта посылка задержана была таможней. Сейчас будем распаковывать, смотреть, как новая почта перепаковала ее. Возникло подозрение о стоимости данного планшета, хотя купил я его за $120. Как видим, все уже вскрыто было. Chewy iWork 10. Chewy или куб? Куб. Куба iWork. Так, посылка с одной стороны вскрыта была. С другой стороны, скорее всего, тоже это уже перепаковали или вскрывали вот таким вот образом. С одной стороны разорвали и вскрыли ее. Здесь уже перепаковано другим скотчем заклеено. И вот сам планшет. Вроде бы все нормально. Попробуем включить. Так, и что у нас здесь еще в комплекте? Различного рода бумажки. Кабель вытягивали. USB Type-C кабель, как видим. Здесь различные инструкции. И больше ничего нет. Так, включается по умолчанию у нас на Windows, загружается. И переключение, я так понимаю, на Android. Так, заказ был сделан на сайте GearBest. Добрался он довольно-таки быстро, но, как я уже говорил, пролежал около 10 дней на таможне. Таможня новой почты задержала. Присылали мне письмо, на которое я ответил, выслал скриншоты о стоимости товара, сколько я за него заплатил. Связывался я также с GearBest'ом с просьбой вмешаться. Ну и вот, как вчера я написал на GearBest, сегодня мне уже привезли его. И у нас загружается Android. В принципе, все работает. Android вообще шустро. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.